Водка и портвейн в незаконном обороте. В Муроме выявили контрафактный алкоголь. Несертифицированная спиртосодержащая продукция более 150 литров обнаружена в одном из магазинов микрорайона Вербовский на улице Ленинградской. В отношении директора вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. 4 должностных лица привлечены к административной ответственности. Было установлено, что продукция закупалась в городе Москве у неофициального поставщика, соответственно, никаких сертификатов, деклараций на эту продукцию не приобреталось. И по результатам проверки в орган предварительного расследования, то есть в МВД России Муромский, было направлено постановление в порядке пункта 2, часть 2, статьи 37 УПК РФ по признакам преступления, предусмотренной статьей 327 прим. 1, часть 3. То есть это изготовление в целях сбыта поддельных федеральных специальных марок. Сейчас проводится доследственная проверка по данному факту. А по факту того, что продукция реализовалась без сопроводительных документов, было направлено постановление по части 2 статьи 14.16 Кодекса административных правонарушений в Мировой суд. Рассмотрение назначено на следующую неделю.